нету ни одного Бахая. Почему? Бахаулла, это второй пророк, который в Израиле похоронен, он в своем завещании написал, что здесь, где похоронен Баб, первый пророк этой религии, не должно быть ни одной бахайской общины, потому что они будут находиться в более привилегированном положении по отношению к другим бахаям во всем мире. Поэтому в Израиле бахаев нет, а во всем мире предостаточно. Ну, и раз они никому не навязывают свою религию, нет у них миссионерства, поэтому бахаи свои символы, свою символику вот так вот в одном месте там спрятаны, возле гробницы. Помните, я вам говорил про эти четыре плиточки, которые мы сфотографировали? Вы можете сейчас открыть снова их на фотоаппарате. Первая плиточка, на которой...